обняться, сфотографироваться, сказать напутственные слова. Родственники и друзья прощаются на один год с молодыми людьми. 40 человек из нашего округа уезжают для прохождения военной службы в рядах вооруженных сил Российской Федерации. Дорогие призывники, родители, от имени администрации городского округа Щелково и главы хочу сердечно вас поприветствовать. Этот день является важной вехой вашей жизни, символизирующей начало новой главы службы Отечеству. Призывник – это человек, на которого возлагаются большие надежды и ожидания. Ваше решение открыть новую страницу своей жизни, посвятить годы служения Родине, заслужит глубокого уважения и благодарности. С напутственным словом выступили родители, ветеран вооруженных сил Российской Федерации Виктор Личардо, а священнослужитель протоиерей Александр прочел молитву благословения и окропил новобранцев и провожавших святой водой. Ребят ждали автобусы, в которых они отправились в сборный пункт в Железнодорожном, где каждый получит распределение в ту или иную воинскую часть. Анна Приенко, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.